Я вас приветствую, дорогие мои. И у нас сегодня рубрика «Он и она». И давайте смотреть. Беру две колоды Таро. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь. Мои карты знают все. Расклад общий. И мы с вами смотрим на одной колоде. В начале отношений, что он к вам испытывал. На второй колоде, что он испытывает сейчас. Ваш партнер загадный. Загадываем партнера и давайте сначала возьмем сигнификацию. Что за партнер? Что за партнер у вас? Как его карты опишут? По десятке чаш человек, не смотрите, что тут женщина, карта 10 чаш, говорит о том, что человек любит наполняться. Да? То есть вот его характеристика такая, что человек любит быть счастливым, любит быть наполненным, не любит пустоту, не любит одиночество, не любит, когда вокруг него ничего не происходит, не любит, когда его не замечают. Ну, я бы даже сказала, что по этой карте часто просматривается эгоист и нарцисс. Это если в очень жестких ситуациях, да? Вот такая сигнификация человека, которого вы загадали. Ну, вот тут есть свои плюсы, свои минусы. Тут можно говорить о том, что человек любит наполняться любовью, да? То есть он хочет, чтобы его любили, и, возможно, будет что-то для этого делать. Это знак плюс. Но эгоизм есть эгоизм, сами понимаете, он может делать то, что, допустим, не нравится вам. Давайте смотреть, что он чувствовал к вам на старте. Что он чувствовал к вам на старте, в начале ваших отношений, его чувства и намерения. Ну, о чем в начале? В начале эмоции, попажу. Тут, кстати, может просматриваться мужчина помоложе, если меня девочки смотрят. А поначалу, вот он вкладывался как мог, да, попажу кубков, то есть вот ему все было это интересно, новые ощущения, новые эмоции, он эмоционировал очень активно. Вы знаете, вы его, вот по карте маг, он чувствовал себя таким всемогущим, вы его прям вдохновляли на эту жизнь, вдохновляли на какие-то дела, на какие-то волшебные дела, то есть волшебно. Вот прям у меня крутится из информационного поля, из потока слова «волшебно» все было, да, ему к этому хотелось. А вот, по семерке посохов, тут, может быть, вы мужчинку пытались поприжать. Как-то так вот, как вам сказать, чтобы вы меня поняли, поприжать в том плане, что ну, привязать к себе, может быть, да. И он, в принципе, даже испытывал от этого радость, потому что он же любит у нас любовью наполняться, да. Но тут кто-то начал перебарщивать. Либо вы стали сильно его к себе пытаться попридушить немножко, попривязать, и либо он слишком активно начал вот сопротивляться и доказывать, то есть точки зрения начали расходиться. А потом опять происходили примирения на почве страстей, то есть физические страсти, да, у вас брали верх над теми проблемами, которые возникали, и в принципе все было классненько, и опять вот это слово «волшебненько» у меня не выходит. И вы мчались навстречу друг другу, вы прям стремительно, отношения, кстати, у вас развивались очень стремительно, очень быстро. Но мальчик-то не рос, смотрите, мальчик-то не рос, выходит у нас дальше паж пентаклей, то есть в этих отношениях он не рос, он только брал. Вот это вот волшебное, что вы ему давали, да, вот эти вот страсти, вот это вот обожание, он его брал, принимал, а взамен отдавал мало. Да, он понимал, что надо что-то отдавать, но то ли его не научили, то ли вы слишком легко и слишком доступно себя вели для того, чтобы вот он позволял себе быть вот таким мальчиком в отношениях. То есть вы все-таки занимали главенствующую роль изначально, и это обоих устраивало. Вы думали просто,
в этих отношениях в том, что вы, занимая главенствующую роль, сумеете удержать контроль над ситуацией. А он просто вот кайфовал от того, что вокруг него тут все эти вот эти танцы с бубнами и все такое. А на дне колоды старший аркан, карта сила. И тут разговор, ну, конечно, о том, что, ну, да, у вас тут сильное влечение, у вас сильное притяжение, сильный эмоциональный фон. То есть вот такие, даже, знаете, по карте сила отношения созависимые. Созависимые отношения возникли вот в самом начале. Я теперь беру вторую колоду и смотрю о том, что теперь. Что на данный момент вот ваш партнер к вам испытывает. Но сначала я теперь хочу посмотреть у вас ваши энергии, в каких вы энергиях сейчас пребываете. Все течет, все меняется, и, конечно, вечно оно так быть не могло. Вы начали осознавать свою ценность по тузу пентаклей, плюс вы как-то, знаете, может быть, владеете большими какими-то знаниями, материальными благами, чем вот этот человек. И знаете, кстати, об этом, да, чем этот человек, который с вами, вот о котором мы сейчас смотрим, да, отношения. То есть вы чувствуете себя богатой. И в прямом и в переносном смысле. А вы умеете ценить других людей. И вы умеете ценить себя. Это, кстати, классно. Но мы смотрим теперь о том, что теперь этот же партнер, которого мы только что смотрели на старте, да, что теперь у него к вам. Что сейчас на данном этапе у него к вам. Смотрите. Вы все-таки передавили мужика, а выпадает королева мечей, он видит вас вот какой-то такой жесткой, холодной, отвергающей, продавливающей ситуации. То есть вы все-таки подзадавили вот его, может быть, эго, его энергии, его намерения, а вот проявлять мужские истинные энергии, понимаете? С одной стороны, вы хотите бесконечных побед в этих отношениях, то есть вы руководствуетесь в этих отношениях тем, что вот любой ценой я должна победить, чтобы он приполз на коленях, да? Где-то на глубине души, на уровне подсознания у вас вот это вот сидит. Он это считывает. Понимаете? И это, конечно же, не может не вредить вашим отношениям. То есть вы тут переигрываете, и он это видит. Желание работать над отношениями, смотрите, есть у каждого. И это здорово. Поэтому, девочки, вот кто меня сейчас смотрит, давайте сбавляйте оборот. Давайте выходите из мечевых энергий и начинайте себя любить, да, а начинайте переходить на позитивные какие-то энергии. Что еще он чувствует? Ну, вот смотрите, кстати, из пажа он превратился в арафант. Кстати, по этой карте может просматриваться мужчина несвободный. Вот. То есть у каждого свое, расклад общий, но по иерофанту вот он теперь чувствует себя, что вот он, войдя в вашу жизнь, используя, так сказать, вашу любовь, он сделал для вас некое такое благо. Так, вот видите, как вы его перелюбили, и сама же тут еще чего-то от него хотите, да? Мужчина много думает о вас. У мужчины есть какие-то цели определенные, прям конкретные по поводу вас. Что за цели? Ну-ка. Пока никаких целей. Пока вот он себя ограничивает, ждет, когда вы выйдете из мечевых энергий. А вот потом начнет активно действовать. То есть, девчонки, смотрите, какая ситуация. Вот мне на этом месте хочется закончить расклад. Смотрите, какая ситуация. Как только вы изменитесь сама, да, то есть поменяете свое отношение к себе и к партнеру, перестанете злиться, перестанете от него что-то требовать, начнете больше вкладываться в себя в этих отношениях, тогда партнер к вам стремительно начнет двигаться и действовать, и проявляться. Знаете почему? Потому что когда мы перестаем отождествлять себя с партнером,
с этой зависимостью, которая у нас есть к какому-то партнеру, да, и начинаем вкладываться в себя, мы перестаем ему поставлять ту энергию, которую поставляли раньше, а он привык. И, ну, что такое? Что такое? Где та энергия? Где тот канал, по которому меня кормили вот этой энергией, чтобы я был счастливым? Ага. А вот от моей-то вот красоточки-то этот канал был, а теперь-то вот что-то она краник-то мне закрыла. Пойду-ка я к ней. Вот это работает вот так, понимаете? Вы, пожалуйста, пересмотрите этот расклад несколько раз, потому что каждый раз к вам будет приходить новое понимание и осознание того, что между вами происходит. И я искренне хочу, чтобы вы поняли, как вам себя настроить, как вам себя вести. Да, смотрите, на дне колоды, вот стоит вам, ну, грубо говоря, о нем забыть, он тут же к вам прискачет со своим горящим жезлом, и опять у вас заиграют страсти новой волной, новым этапом. Давайте посмотрим, кстати, будет ли новый этап, да? Будет ли новый этап, независимо от того, что у вас вот сейчас. Вот смотрите, тут у меня, кстати, девочки смотрят интуитки по карте Верховная Жрица. И все как вы хотели. Смотрите, по карте влюбленные, вы способны вот по этой карте способны притянуть и создать, возродить из пепла эти отношения, если вы поменяете сама. Понимаете? То есть сначала работаем над собой, потом ждем, когда партнер заскучал, почувствовал энергетический голод, потому что вы же не можете одновременно из себя в него вкладываться. Вы в себя должны вкладываться, от него как-то абстрагироваться, да? Вот он тогда начнет проявляться. Я надеюсь, я вам дала правильные и дельные советы. Используйте себе во благо. Я вас всех обнимаю.